люди, но и собаки. И это пытаются доказать. Там прошел показ, главными героями которого стали маленькие пудели, тойтерьеры и чихуахуа. Они продемонстрировали без случаев жизни. Открывали дофиле четвероногие модели в купальниках, их сменяли собачки в повседневной одежде, а кульминацией шоу стала демонстрация подвенечного платья. Неизвестно, понравилась ли коллекция собакам, но зрители и манекенщицы, помогавшие животным сбиться с пути на подиуме, были в восторге. На этом у меня все. Удачного вам дня и до встречи на Первом канале.